В Ульяновской области растет число многодетных семей. Согласно цифрам, сегодня в регионе насчитывается свыше 11 тысяч. В прошлом году их число составляло чуть более 10. Такой вывод озвучили во время встречи Сергея Морозова с молодыми и многодетными семьями региона. Губернатор поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Конечно, я хочу в первую очередь поздравить людей, которые вместе со мной формируют по-настоящему государственную политику Российской Федерации на территории Ульяновской области в области семейно-демографических отношений. Уже известно, что в следующем году в силу вступают изменения в порядок реализации именного капитала «Семья». Еще одним новшеством станет упрощение сбора документов, необходимых для получения государственной помощи. Особое внимание планируется уделять поддержке работающих матерей. Наш семейный совет, конечно, проводит очень большую работу по пропаганде традиционных семейных ценностей, по пропаганде здоровой и счастливой семьи. Хочу сказать огромное спасибо губернатору нашей Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову за то внимание, что он уделяет многодетным семьям. Однако не стоит забывать и о поддержке молодых семей. Виктор и Екатерина Трипалины не только молодожены, но и профессиональные спортсмены. Кроме семейных отношений, их объединяют спортивные достижения и активная гражданская позиция. Мы оба спортсмены. Я баскетбол. Сейчас конкретно занимаюсь, до этого занимался легкой атлетикой и танцами латиноамериканскими. Я занимаюсь легкой атлетикой, на данный момент являюсь мастером спорта по легкой атлетике. И на одном из выездов на соревнования познакомились с мужем, и вот у нас создалась общая ячейка наша. На встрече с семьями Сергей Морозов вручил благодарственные письма и подарки 10 ульяновцам за вклад в развитие семейного движения на территории области. Виктория Шикова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.